Всех приветствую, друзья. Рад представить вам, так сказать, только что законченные мои изделия, кабаньи, копья. На этот раз три сразу. Немножко они отличаются по длине и по конфигурации, соответственно, самих наконечников. Итак, среднее копье, большое, имеет длину 216 сантиметров. И сам наконечник имеет размеры 270 миллиметров длина, это само перо, соответственно 60 ширина, 9 толщина у основания идет, и в сантиметре от кончика сходится в 2,6 миллиметров. Среднее копье, которое ближе ко мне сейчас находится, 206 сантиметров длиной. Вот. Вес у него в сборе идет 3,3 килограмма. У самого большого копья 3,4 килограмма идет. Так, среднее копье также имеет наконечник с пером длиной 280 миллиметров, 52 ширина у основания, 9 миллиметров у основания толщина, и в сантиметре от кончика 2,6 аналогично. Ну и, соответственно, малое копье имеет конфигурацию листообразную, 190 сантиметров общая длина в сборе, вес идет 3,2 килограмма, и наконечник сам имеет длину 240 миллиметров, 66 миллиметров ширина, 9 у основания толщина, и в сантиметре от кончика 2,6 миллиметров. Соответственно, имеются вот такие чехлы. Это уже достаточно стандартная конструкция чехлов на мои копья, я их постоянно ставлю. Так, крест-накрест они застегиваются на кобурную кнопку. Вот. На одном из них сделал просто вот такое специфическое, можно сказать так, чехол. Ну, с завязкой, мне так захотелось. Вот, и я считаю это интересно. Получилось вот такое вот силиконовое шарообразное утолщение здесь сделал. И теперь я покажу немножко в разобранном виде, то есть разбирается само копье разбирается пополам, имеется разборная втулка, крепится вот на такие потайные винты. И сейчас, ну вот так, легким движением двух рук я его разобрал на две части, то есть удобно транспортировать, можно убрать стандартный чехол какой-нибудь, вот таким вот образом. Ну и монтаж. Что касательно монтажа, осуществляется на самом деле достаточно просто. Мы имеем здесь кольца для крепления перевязи или шнурка для переноски. И, соответственно, кольцо сверху идет на тулья. И кольцо сверху также идет на, соответственно, подтоки. Все детали металлические вороненые идут. То есть, ну и, соответственно, соберется вот таким вот образом он потом надвинется. Все.